От Фондбанк. Технология победы. Искренние болельщики «Рубина» выражают свою любовь к команде и игрокам не только слаженными песнями и красочной поддержкой во время матчей. Любимых футболистов фанаты отмечают особо, прикладывая немало усилий для того, чтобы удивить своих кумиров. Недавно наш канал выступил в роли посредника и передал полузащитнику казанского клуба Александру Рязанцеву подарок от его преданной болельщицы. Саша пришел на встречу с нами в хорошем расположении духа и, как всегда, был открыт для общения. Автором же презента стала девочка из далекого Казахстана. Юная поклонница по имени Диана, которая уже не первый год следит за выступлениями казанского «Рубина». Саш, передали тебе подарок, вот такую вот картину с девочкой из Казахстана. Спасибо большое, могу ей передать. Очень приятно, что и в Казахстане за нами следят и болеют. Как вообще, похож, нет на себя? Да, думаю, черты лица похожие. Что-нибудь подобное дарили фанаты, картины или что-нибудь оригинальное именно подарки? Нет, такого не дарили. Мне дарили друзья на день рождения. Тоже картина, но с карикатурой, такая очень забавная была. Вот это второй. Сам бывал когда-нибудь в Казахстане? Нет, в Казахстане никогда не бывал. А слышал что-нибудь об этой стране? Да, конечно, что раньше она входила в СССР, и там очень поднялась в 60-е, 70-е годы. Ну так, читал я историю, там как раз Брежнев, по-моему, так поднимал ее. Вот, и неплохо развит футбол. Я знаю, вот команда «Астана» есть. Сам часто делаешь подарки? Любишь делать подарки? Да, конечно. Тем более у меня есть кому делать подарки. У меня две сестры, мама, папа, много еще родственников и много хороших друзей. В жизни самый главный подарок в жизни какой для тебя был? В жизни главный подарок? Жизнь, наверное. Александр Рязанцев каждый свой матч старается дарить болельщикам «Рубина» позитивные эмоции, побеждать и забивать столь необходимые голы. Чувствует отдачу Саша и от казанских трибун. Чтобы они объединялись, и чтобы их становилось больше, чтобы они знали, что мы очень часто обращаем внимание на то, присутствуют они, отсутствуют, о чем они говорят, что поют. И вот на последнем матче даже я заметил, что они начали петь песни. Если до этого там какие-то переклички или что-то, то сейчас уже поют песни, и это уже, мне кажется, такой серьезный рывок. В конце нашей встречи Александр оставил для Дианы памятный автограф и выразил слова благодарности. Диана, спасибо большое, очень приятно. Честно, сюрпризы, они всегда приятны. То одно дело, когда ты знаешь, что у тебя там день рождения или какой-то праздник, что будут подарки, а когда просто так подарок, он, мне кажется, вдвойне приятен. Спасибо. Болейте за любимую команду и смотрите «Рубин ТВ».